Просыпаюсь и сразу захожу в Инстаграм, чтобы попалить на всех девушек этого мира. Далее созваниваюсь со всеми друзьями, братьями, чтобы договориться о встрече вечером, ведь я не хочу проводить время с ней, поэтому придумываю себе разные встречи с друзьями. Далее я иду в туалет, плюю в зеркало пастой, чтобы она потом убиралась, конечно же, еще больше пялюсь на разных девушек, бегаю по дому, разбрасывая носки и раскидываю вещи на стульчик. Далее я замечаю, что она поправилась. Тут она спрашивает, а я поправилась? Я ей говорю, нет, не поправилась, хотя знаю, что поправилась. А потом я иду якобы на работу, хотя снимаю квартиру на весь день и пялюсь на разных девушек. Вот если речь, там бордюр. Яма, осторожнее, яма. Тут ветки не поцарапай, братан, видишь ветки? Здесь узкий переулок, здесь. Осторожнее, узкий переулок тебе. Вот так, обей тебе, что как ты ездишь, братан? Короче, забери свою машину, а? Я никогда на твоей машине не буду ездить. Ну что ты, братан, не обижайся, не переживай. Дверь не хлопай! Я сам, нормально. Ай, блядь, твоя мать, сука, из-за зимы травмы. Твоя мать, пошел нахрен! Нормально. В Германии служил, танки водил. Нормально. Тура ощущаем свой. Паниковать ты пишешь, хасмина, твою мать. Приехали. Баба. Куда? Домой? Будешь что? Отвези меня. Нет, домой приехали. Обратно отвези меня. Бимбал в армии я сидел на. Твою матери не хочу видеть. Соседи уже ходят здесь везде. Пожалуйста. Я пошел на... Сейчас мать чай будет стоять. Поэтому. Жайна! Чайвой! Твой мать! Жайна, твой мать! Телефон, гой, твой мать! Азак, люблю, гой, твою мать! И что, постоянно вместе теперь душ будем принимать? Дан, хочешь, одна принимаем? Без проблем, я не буду принимать. Я после тебя приму. Ну вот за воду прям 100 тысяч, да, вышло? Квитанция за воду 100 тысяч тенге пришло. Странно. Раньше же за все про все 40 тысяч не было. Да я тоже в шоке, не понимаю, почему, откуда это все. Впервые такое слышу. Я сейчас подружкам позвоню, давай. Слушай, узнаем. Давай ты завтра позвони, давай быстро искупаемся и все. Ну ладно, пойдем. Твой женатый друг. Ты что-нибудь будешь? Ничего не заказал что-то? Не, я дома похавал, Рахмет. Брат, этот, за такси сколько вышло? 690. Сейчас, брат. Айгуля, 690 тенге скинь на номер. Че, Джерайт, где ты пацаны тогда? Я пацаны, я дома, останусь. А че? Я похалался с ним. Семейный же, дай короче. Все, давай, пацаны. А, не обессудьте. Понимаете, все. Все, давай лучше. Все, давай, брат. Кстати, брат, этот. Че там? Трешку займи, братан, на недельку где-то. Че, пойдем? Все же взяли? Да, барайер, сейчас подойду, братан. Все, хорошо. Сколько капельки взять? Это натуреллы или вот эти always красные, которые? Да какие ты? Объясни нормально. Чего делаешь? Отпусти меня к Сереге, пожалуйста. Отпусти. Нет. Отпусти, пожалуйста. Водки попить маленько. Доча, с добрым утром. Не обращай внимания, тут приберу слегка. Ой, так и не примерила это платье, да? Вы мне так вообще подошло. Выше колен нет, слишком молодежные. Так, доча, еще раз покажи, как там надо было сообщение пересылать. Мне такой прикол отправили. Ты знала, что из банана можно сделать чай? Нага, хорошо, вот, сидит рядом. Сейчас дам трубочку. Нормально веди себя. Нормально себя веди, на. Извини, вот я как-нибудь вот это все выкину. Что за хлам? Просто пыль собираю. У Флага все, пошла я. Ой, я же у тебя все не замерила. Не он? Нет, не он. Может, тот он амбал? Нет, не он. Рядом кто-то был? Нет, он там один был, я знаю же. Да, шапка, черная шапка, зимняя. Нет, шапка в темной куртке такой, с капюшоном. А этот может быть? Вон. В красной куртке? Вот. Не, вот в темной куртке. Кто? Вон, да? Да, вот туда. Ну-ка, подъезжай. Точно, да, он? Да, это он. Брат, это ты же, да, Талгар 200, да? Садись. Гости уже на пороге, а у тебя в холодильнике всего лишь яйца, майонез и томатная паста. Лови лайфхак, от которого все будут в шоке.
Все, приперлись. Пошли нахер отсюда вам. Нищеброды. Салам, пацаны. Салам, салам, Дим. Че там, что делаете? Да мы хавать собирались выходить. А че вы не сказали? А под норму я бы что-нибудь с магазина захватил бы. Тима, дай ключи, я съезжу кое-куда. Туй, айпад, я бы на машине приехал тогда. Я же на автобусе приехал. Туй, даст тоже даешь. Надо было раньше сказать же. Тима, можешь 20-ку занять, а? Туй, айпад, я бы с дома захватил бы, у меня там в сейфе, в валюте лежит. Я бы, конечно, по дороге обменял бы, потом занял бы, что сказал бы раньше. Че, пацаны, что будем делать? Давай PlayStation покатаем. Фифашку. Туй, айпад, а что не сказали? Я бы с дома принес бы PlayStation. Вон у вас телек есть же, блин, здесь можно поиграть, да? Туй, ё-моё. Давай вон тех двоих заберем, братан. Данка, Дана, вставай, началось. Че? Началось, говорю, пойдем. Началось уже? Да, уже пойдем. Вы что, все, что ли? Что-то мало, да? Вот вчера интересно было. А что ты меня вчера не позвал? Я сам не успел, мне сосед еще этажом ниже сказал, что вчера интересно тем было. Прикинь, она, короче, спалила, что он в инстаграме одной женщине писал. В директе. Прикинь. Да ты че? Да. Ну, как пес, сам ругань была. Угу. Все, что так слабо. Случай в барбершопе. Барбершоп, да? Да-да, проходите. Ты чё мутишь, фишка, ё-моё, подожди, ё-моё. Ты чё завязывай, Фишка, ё-моё, ты чё? Фишка, терпи, ё-моё. Придурок, ты чё мутишь, У вас не снимайся, фишка же, ё-моё. Фишка, конечно, аж дурянница. Да чё ты, ё-моё, нервничай, как мускулеч, вот так. Ты Жестабель, сесешь, ё-моё? Фишка, ё-моё. Здесь вот сверху чуть-чуть уберешь, по бокам особо не трогай. Не, подожди. Чё? Я только голову мою. В смысле голову моешь? А кто стричь будет мыть? Этот барбер пока еще не пришел, через 2 часа потом. Ты все балсы, валяй, где я?